Всегда придешь, идешь на работу, мы вместе, рядом кабинет, несет грушу, Володь, вот, угостись, груша, вот яблок угостись. А когда после планерок он собирал всех своих специалистов и сотрудников на свою планерку, обязательно чаепитие. Вот это вот хлебосольство его, истинно русское, ну, наверное, никогда никто из нас, кто его знает, не забудет. Кого-то не расставишь, чтобы